рад, что я доехал, сука, сюда. Что, машину валит. Сейчас посмотрим, как относить других. Здесь, правда, Lamborghini вот стоит опять мощная. Porsche Сергея Мегиона, который валит просто неимоверно. 9FF GT3 RS. Там, ну, все машины больше 1000 лошадиных сил. Так что сегодня будет интересно. Сейчас еще Юрий Джассер подъедет. Он уже был здесь, куда-то отъехал. В общем, посмотрим, машина собирается. На Анлиме не выяснили отношения, теперь здесь. Я, по крайней мере, готов. Уехал бы туда, он сразу, они не поймают, а там номер прикрутим и подойдут, а там кто будет за рулем уже непонятно, но я бы так сделал. Но сейчас это разбирательство, они полчаса будут вообще попиросить нас. Thank you.
блядь, вообще. Кто быстрее это все-таки? Но они я бы сказал, что когда мы стартанули ровно и хорошо переключались, то примерно ровно. Блять, у меня вот в этот затык, я только догоняю. Затык, блядь, опять. Один был, знаешь, когда у тебя был затык, мы чуть вырвались. И один, когда у нас был затык, и мы за тобой держались. Вот один раз, когда мы ровно стартанули, ты на переключениях чуть вырвался, и мы ехали ровно. То есть мы вот, ну, с нашим переключением чуть... До скольки вы ехали? 335. Я у меня не понял, 326 меня дальше не показывает. ГТР красавчик валит, получается. Валит ГТР. То есть я сейчас думаю, а теперь четвертый, Юра. Ну, меня. Я такой, что за... Как так? Такого не было никогда. Когда сказал, что четвертый, я тоже отъезжаю. У меня Юра сейчас совершенно... У меня можно видеть... То есть сейчас 200-300 тоже меньше 6 секунд. Нет, мы ехали на самое лучшее 200-300, было 6,8. Самое лучшее. Вот так вот.